Проект «Семейная академия» выиграл всероссийский грант. Подробнее про проект, реализуемый на базе КФУ, расскажем в следующем сюжете. Проект направлен на решение острой проблемы, препятствующей созданию всесторонней помощи семьям, воспитывающим детей с расстройствами аутистического спектра. Разработанный в 2021 году проект «Семейная академия» на сегодняшний день активно развивается и предполагает новые форматы в будущем. В рамках этого в университете был создан детский сад для детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра, где реализуются технологии с доказанной эффективностью. В том числе будут реализовываться технологии, которые разработаны учеными Казанского федерального университета. В университете реализуется проект по комплексному сопровождению детей с расстройством аутистического спектра и их родителей. Онлайн-площадка, разработанная в КФУ, прежде всего окажет информационную и образовательную поддержку родителям. И нам пришла идея о том, чтобы создать обучающий курс для родителей, где в доступной форме мы сначала рассказываем об этом методе, а далее проводим тренинги для родителей. Напомним, что детский сад «Мы вместе» открылся в 2021 году по инициативе ректора КФУ Ильшата Гафурова. Останавливаться на этом руководители не планируют. У проекта большие перспективы на расширение и цифровизацию образовательной деятельности. Сейчас реализуется онлайн-обучение, а далее в рамках президентского гранта тоже уже мы выиграли проект по разработке цифрового образовательного ресурса. То есть педагоги у нас будут записываться в специализированной студии, которая находится на территории Института психологии и образования, и будет записан обучающий курс, который состоит также из небольших лекций и практических тренингов. Благодаря онлайн-формату проект охватит малые города, отдаленные районы Татарстана и позволит поддержать семьи, не имеющие доступа к специальным образовательным услугам. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Никита Акиньшин, Универньюз.